Несмотря на дождь, влага не снег. Ваша почта. Самое главное. Тоже есть мок. Разных имен в письмах питомцев. Все разные. Стихи пишет, передает. Еще одно письмо пришло с Москвы. Здесь вот тоже само письмо и ленточка. Большое желание, наверное, большое. Сейчас мы где-нибудь найдем местечко. Выше. Пишите. Все передадим. Письма и записочки, и ленточки.